Сельское хозяйство – одна из основных отраслей приднестровской экономики. И она развивается, несмотря на все сложности, от погодных до геополитических. Об этом сегодня написал президент Вадим Красносельский в своем телеграм-канале после рабочей поездки по Слободзейскому району. Поливается кукуруза. Кукуруза. Это старые дочевалки, еще советские. Но я их люблю, я привык на них работать. Она где-то, вы знаете, еще фишка? Она где-то чуть дороже, зато она быстро делает, качественно и уверенно. Так поливают кукурузу на ближнем хуторе. Игорь Мартын рассказал президенту аграрные секреты полива и показал новинку сезона – чечевицу. Ее посеяли впервые. Я работаю с 90-го года. Каждый год какую-то культуру. Она очень засухоустойчива. Ближний Восток кушает чечевичный суп. Чечевичный... Понятно, да, я сам люблю. Это культура у них такая. Да, да, да. Значит, ну это бобовый тоже, азот, удобрение. Да, да. И засухоустойчивая. Как дела в сельском хозяйстве, президент узнавал у самих аграриев. Сегодня он посетил сельскохозяйственные фирмы на ближнем хуторе и в Парканах. Говорили о системе орошения, господдержке, новых технологиях и кадрах. На мой взгляд, надо соединять учебу и практику, то есть агрофирмы и техникум. Да. То есть понятно, что в техникум такой комбайн приобрести вряд ли возможно. Да и не нужно. А вот соединять и вывозить их в поле, и чтобы они практиковались, а потом приходили, это да. И, ну, сейчас же, видите, новая система, сейчас за бюджет отучился отработать. Посетил президент и насосную станцию на ближнем хуторе. В 2022-м здесь поменяли оборудование за счет льготных кредитов. Всего в Приднестровье 67 таких станций. В ближайшем будущем планируют запустить еще 3. Мы, если закончим работы еще по 3 насосным станциям, вашу задачу приблизимся к ней очень близко. 50. Не, вы сказали 40. Да. Ну, сейчас все равно так 50. Стремиться. Также президент Красносельский посетил поля в Парканах. В этом году их засеяли пшеницей, кукурузой, подсолнечником, рапсом, бахчевыми культурами, баклажанами, а также томатами, свеклой, луком, сладким перцем. По предварительным подсчетам, здесь планируют собрать урожай 4 тонны с гектара. Сейчас убирают пшеницу.